Станислав? Да, я. Что было ценным для тебя сегодня? Для меня было ценным сегодня вообще впервые прийти сюда. Я впервые попал в такую атмосферу, где я могу, не стесняясь чего-то или кого-то, рассказать про свою идею, как я ее хочу реализовать, о том, что у меня вообще эта идея есть, и то, что я ее хочу реализовать. И я получил огромную поддержку от ребят, которых сегодня встретил здесь на занятии. Они мне просто рассказали такое большое гигантское количество идей, как можно реализовать свой проект, что как его можно оформить, о чем следует задуматься в следующий раз. Так что я думаю, что в следующий раз, когда я сюда приду, я уже проведу такую презентацию, что вам обязательно захочется участвовать в моем проекте. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо тебе.